Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 27 июля 2017 года. Построили мы теплицу арочная, шириной 3 метра, длиной 4 метра. Один торец у нас с форточкой, на другом торце установлена разрезная дверь форточка. Каркас теплицы у нас сделан с профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Арки сварены с усилителем в верхней части. Вся обварка деталей выполнена в круговую. Сама конструкция стоит у нас на брусе 100 на 150. Брус уложен в два ряда, соединен между собой пластинами и также закреплен с помощью колышков к земле. Также в теплицу установлены диагонали укосины и резиновый торцевой уплотнитель. Поликарбонат установили 0,7 плотности, толщиной 4 мм, фирмы Карбогласс. Теплица у нас получилась простая. За счет этого надежная, прочная, не страшные ни ветра, ни снега, нет тем более дожди и другие природные катаклизмы. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!